он? Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда, скорее. Ты слышишь, что я тебе... Не смей! Скорей, скорей! Господи, ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где это носило? Ты можешь объяснить, что тут... происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза была такая. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали Томми. Прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей Остановите! Тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь.
плохо дело. Когда всем до одного одно и то же в голову приходит. Можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ё-моё! Разворачивайся! Господи! Томми! Томми! Твою мать! Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Это... сворачивай давай! Нет, 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 нет! Ну, ребята, с дороги! Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. А! О, нет. Не останавливайся, Томми! Не могу же я их задавить! Делай что-нибудь! Кстати, тоже... же люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Папа? Эй! Пап! О, назад, детка. Отойди. Я в порядке. Все пришли. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй!
Нам нужна помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Господи! Прошу тебя, не умирай, прошу тебя, не бросай меня. Дочка, Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казни 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам.